Зал в Изюмском ДК-железнодорожник забит до отказа. На первую встречу с потенциальными газодобытчиками собрались почти 1500 изюмчан. Встречают гостей из областного центра без пикетов, но с гневными плакатами. Что такое газ уплотненных песчаников, как его будут добывать, чего стоит бояться, а что просто слухи. С трибуны об этом рассказывает газодобытчик со стажем, директор Щебелинки Юрий Фисенко. На днях подобные слушания прошли в его родном районе, Балаклейском. Там протестов в зале не было. Но изюмчане настроены не так благодушно. Чтобы задать вопрос эксперту, у микрофона собирается целая очередь. Публика подкованная. Тут и экс-президента Кучму цитируют. Смотрим на Соединенные Штаты Америки. Но они добывают газ в пустыне. А здесь надо очень серьезно посмотреть на проблему экологии, потому что сланцевый газ на Украине находится в густонаселенных районах. И выдержки из Конституции приводят. На территории Украины природные ресурсы являются объектом права власти украинского народа. Основные вопросы у жителей Изюма распространенные. Люди спрашивают об очистке воды, возможных землетрясениях, о заповедниках и о том, как будут делить прибыль. Настрой боевой и недоверчивый. Вот тут вера и малая родина наша. Ваша компания Shell понимает вот это, когда лезет сюда? Никакие работы не могут вестись на территории объектов природо-заповедного фонда и поблизости объектов, которые представляют культурную ценность. Соответственно, работы на этих территориях нами проводиться не будут. Ответы приезжих экспертов толпа закрикивает и выдвигает свою кандидатуру для выступления эколога Валерия Ловчинского. Его не пускают. На сцене возникает спор, в зале крики и свист. Слово экологу все же дают. Он рассказывает свою версию видения технологии гидроразрыва. Уверен, вода или пропадет из колодцев, или будет отравлена химикатами. И то, что землетрясений ждать не придется – ложь. Значит, здесь это полбалла опасно для напряженных конструкций. Это газопроводы, это нефтепроводы, это мосты, это фундаменты высотных зданий. Споры и баталии в зале продолжаются больше 2 часов. Люди расходятся недовольные. Говорят, эксперты в безопасности добычи их не убедили. Особенно здесь переживают за воду. В Тяновке вода не годится, в Долгеньком вода не годится, в Студенку вода не годится. Санстанция запрещает пить эту воду. А мы еще Shell этот добавим. Оппозиционные депутаты районного совета добились, чтобы этот вопрос подняли на ближайшей сессии. Убеждают, они не против добычи газа как такового, но возмущены, что все согласования велись за спиной у общественности. Мы же не кажемо «Get Shell» там, чи ще щось таке. Мы хотим провести экологическую экспертизу. Тобто вивчити це питання, потім, будь ласка, реалізуйте цей проект. А местные активисты уже собирают подписи против добычи газа на их территории. С ними хотят пойти к районному руководству. Спілкуємося по ринках, по будинках, по вулицях, по автовокзалах, по всіх громадських місцях. Вони з обох сторін, бачите, з обох сторін. Це 1000. Если подписи не подействуют, изюмчане обещают перейти к радикальным методам. Сейчас подпись, а тоді би подивимося. Верховну Раду напишемо. Поэтому... Готовы траси перекривати? Готовы. Газодобытчиков такая позиция людей не удивляет, но, говорят, будут еще проводить разъяснительные беседы и встречи с местными жителями. Обещают даже лично пройтись по домам, когда определятся с точными местами бурения. Лидия Калинина, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».